Дорогие друзья, всем доброе утро. Сегодня дождь, и вот это наш новый объект. Адрес: Московское шоссе, 272, дом у самолета. Сегодня поснимаем вот здесь. Вот он дом, друзья мои, подъезжаем. Я хочу сказать, что где-то примерно на этом месте раньше стоял сама ипподрома-арена, да? А вся эта территория принадлежала Самарскому ипподрому. Вот все, что осталось от старого ипподрома, только вот эта вот арка. Вот я и на месте. Вот такой вот домик. Пойдемте посмотрим, как он выглядит в подъезде. Видеодомофон стоит. Классная вещь, между прочим. О, спасибо. Это наш лифт. Здрасте. Вам какой? Последний. Блин, а где здесь шестой? А, шестой? Да. О. Угу, спасибо. Вот мы уже на месте в квартире. Сейчас покажу, какие двери здесь стоят. Вот входная дверь. Что мы сделали? Осталась дверь базовой. Мы заменили только декоративную внутреннюю панель. Подобрали ее под цвет межкомнатных дверей. Ну, соответственно, все по согласованию с заказчиком. Вот. Панель стоит 16-миллиметровая. Толстая достаточно. Очень хорошая шумоизоляция за счет этого. Дальше. Установили двери от фабрики Profile Doors. Это модель 20U. Цвет белый матовый. Далее здесь две двери в туалет и в ванну. Вот так вот они выглядят. Замочки. Далее дверь в спальню. Дверь в гардеробную. Ответные планочки врезаны. Далее последняя дверь. Это зал. Вот так она выглядит. Двери от фабрики Profile Doors. Модель 20U. Цвет Аляска. Наличник использован 16-миллиметровый, также есть в линейке 10-миллиметровый наличник, доборы, петли использованы в фабрике Полине, врезные, цвет матовый хром, ручки также фабрики Полине на сплошной розетке, завертка сантехническая, магнитный замок, также фабрики Полине.